Все снимаешь, ты? Короче, вот это натуральный какой. Ой, бутылочный квас. Нет, рекламировать не буду, не надо. Бутылочный квас в Молдавии считается самый вкусный. Ну, для меня лично он самый вкусный. Этот квас сделал я сам лично. Как говорится, русский квас натуральный, из хлеба. Не знаю. Сейчас попробуем, что получилось. Какой будем пробовать сначала, даже не знаю. Давайте попробуем этот заводской. Ну, этот газированный, он сразу видно. Я думал, что натуральный квас тоже будет газированный, но, к сожалению, нет такого. Это заводской. Мне он нравится. Ладно, пробуем наше искусство русское. И падает. Сейчас попробую еще раз. Не понимаю, честно говоря. Не, вкус разный, это бесспорно, но... Короче, в этом квасе, по рецепту, как я смотрел в интернете, здесь ставится изюм. Вкус изюма чувствуем. Но не газированный, как это. Конечно, если бы сюда газа еще добавить, я думаю, что он практически бы не отличался вообще ничем. Практически. Но вкусовые качества разные, в любом случае. Я думаю, что если пару раз еще сделать квас, немножко, как я хочу, допустим, да, больше хлеба поставить, не как указывают в рецепте, то думаю, он будет более, у него темный цвет. Хлеб надо сильнее поджарить. Думаю, ну, попробую во всяком случае еще раз, что получится, не знаю. Ну так, квас. Какая-то вот доля присутствия, как будто спиртного есть, но такая мизерная, что, наверное, даже 1% нету. Все-таки он, когда бродит, ставишь сахар. И... В любом случае, ну немного сахара, на 3-литровую банку я поставил 6 столовых ложек сахара. Я думаю, тут спиртного очень мало, поэтому не может быть он сильно. Кеша, привет! Что делаешь? Нет, ну конечно, спинка мне больше нравится. Кеша, а хочешь пол покажу? Ну давай. А ну приостанови. Вот чуть-чуть сюда. Вот этого. И... Не знаю, что получится. Число 3. Попробуй. Число 3 загадал. Нет, не 3. Нет. Я имею в виду, что сегодня будет. А я знаю, что сегодня будет. У нас на севере учат предсказывать. Я не понял, есть разница вообще или нет? Вижу будущее. Нет, этот немножко слаще. Этот не такой сладкий. Это не бочковой квас, сразу говорю. Бочковой квас, он немножко слаще, и цвет у него другой, приблизительно вот такой же у бочкового. А это... Ну, еще раз попробуем. Газ, короче, добавляем, проверить, что из этого получается. Вкусненько. Сразу скажу, вот мне как сказали изюм добавлять, я изюм лично больше не добавлю. Перебивает вкус ржаного хлеба. Этот черный хлеб, потому что в духовке я пек. А так, вроде похож на квас. Ну еще надо работать над ним в любом случае. Все, всем спасибо за просмотр.